вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу про новый туториал, который называется «Раздвоение личности». Это когда в одном виде происходит раздвоение хорошее и плохое. Давайте посмотрим мой пример. Everybody wants to the Скажите правду, очень круто получилось. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! И как всегда, нас ждут приветики. И повторюсь еще раз. Если вы в этом видео не получили приветики, то не надо расстраиваться. Ваш приветик будет в следующем видео. Итак, давайте начнем. И сегодня приветики получают каналы. Аватария Смамбл, Айлана Рамазан, Алена Слайм, Алмаз Фантазии, Ангелина Гренадерова, Арина Суворова, Артем Кати, Варвара Краса, Видео Слав, Вика Филоянова. Все вместе. Тема. Джиги Раунд 2. Диана Кот. Димка Цыплаков, Единорожка ТВ, Елизавета Гей, Энни Айс, Зудилова Вика, Карина Флай, Китти ЛПС, Ксюша Классная, Ксюшка, Лиза Берпер, Лего Стрей, Люба Лайф, Мила Гусева, Милана Крафт Слайм, На опыте, Настюша Класс, Настя Лаулетина, Наталья Римбу, Ника Слайм, Нюша Ши, Алена Ведерко, Полина Диайвай, Рэмбоу ТВ, Серафима Шоу ТВ, Смеш Стори, Снежана Омг, Софа Софа, София Зейч, Ульяна Зверева, Шоколадка, Юлия, Юлия Крис, еще одна Юлия, и Аленка Лайф, Арина Класс, и Оля, и Михаэла Гоу, попросили передать сердечки. Ловите! А Маша, Няша и Ксюша Харь попросили снежинку. Ловите! И смотрим видео одного лайкера. Вот ее аккаунт, и давайте смотреть. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк! А для того, чтобы снять такое крутое видео, нам понадобится программа GoFlimStar или KineMaster. Я вам покажу, как можно смонтировать и там, и там. Ну что, приступим? Давайте для начала начнем с приложения GoFlimStar. Выберем на другом телефоне музыку. Я выбрала вот эту. Телефон, на котором мы будем снимать. Зайдем в программу GoFlimStar. И выберем привидение. Нажимаем на привидение. Ставим таймер на 5 секунд и ставим, чтобы видео длилось 10 секунд. Обратно нажимаем и включаем видео. 5, 4, 3, 2, 1. Теперь я поставлю видео на стоп и поменяю свой образ, чтобы получилось очень прикольное раздвоение. Я переоделась. Как я вам? Кстати, на
Первый или второй? Мне больше нравится второй. Все, давайте же снимать. Включаем. 5, 4, 3, 2, 1. Давайте же посмотрим, что у нас получилось. У нас есть ползунок, его можно поднять и опустить. Когда мы его поднимем, будет видно чертеночка нашего, а когда опустим, будет видно нашего ангелочка. Сначала мы опустим, чтобы было видно нашего ангелочка. Просмотрим. Поставим здесь на паузу. И поднимем до серединки. И здесь у нас программа записывает наши движения. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Прикольно получается. Теперь можно сделать еще немножечко поднять. Вот здесь. Здесь опустить. И, кстати, вот здесь у нас появляются вот такие вот флажочки. И здесь немножечко подымем. Вот так. Давайте посмотрим, что же у нас теперь получилось. Если вам все нравится, сохраняем. Но мне очень нравится. Мне даже мой образ нравится. Нажимаем на Next. Подождем, пока она загрузится. Save. И на зеленую кнопочку. Все, наше видео сохранилось. А теперь я вам покажу другой способ этого ролика. Нам нужно зайти в лайк и выбрать прикольную музычку. Я выберу вот эту. Поставим телефон на штатив. И я сниму несколько образов. Что я? Обычная. Здесь я буду ангелочком, а здесь я буду злой. Это нам нужно снять 3 видео. Давайте снимем. Включаем. 3, 2, 1. Сохраняем как частное. Теперь мы включаем и снимаем ангелочечка. Я выбрала вот эту маску. Теперь включаем съемку. И тоже сохраняем как частное. Теперь я буду сниматься демоном. Включаем музыку и тоже ищем в стикерах. Перед периодом я снимаю обычно себя, а потом добавлю маску. Теперь добавляю маску. И
тоже сохраняем как частное. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, All, и выбираем наше видео. Нажимаем на Layer и добавляем нашего ангелочка. Увеличиваем наше видео до нужного размера. Теперь мы выделяем наш слой и нажимаем на альфа-непрозрачность и опускаем. Теперь нажимаем на Layer и добавляем нашего демоненка. Находим место, где появляюсь чертенка. Разрезаем. И ненужную часть удаляем. Теперь зажимаем наш слой и подвигаем в нужное место. Здесь видео с чертенком у меня сильно короткое. Поэтому я где-то здесь разрежу и вставлю его, дублирую. Поэтому я выделяю этот кусочек, нажимаю на три точечки и нажимаю дубликат. И подстраиваю вот там, где у меня пустое место. Увеличиваем наше видео до нужного размера. Выделяем его. Нажимаем на альфа-непрозрачность и опускаем до 40. Все, готово! Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вау, получилось очень круто! Если вам тоже все нравится, то сохраняем. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт». Подождем, пока оно загрузится. Еще раз на стрелочку и сейв видео. Все, наше видео сохранилось. И смотрим видео одного лайкера. Вот ее аккаунт, и давайте смотреть. У тебя нереально круто получилось! От меня огромный лайк! А на этом все! Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным, и вы снимете подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежана Снежок»